Да, да, Паула, я иду, я иду. Паула! Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем Fears to Fathom, Home Alone. Это игра вроде бы супер стрёмная. Во-первых, потому что VHS-эффект. А если VHS-эффект, то мы знаем, что это полный абсёр. Сегодня у нас будут абсюрушки, друзья, вместе с вами. Короче, что я знаю про эту игру, это то, что она основана на реальных событиях. И уже доступно два эпизода, но мы сегодня посмотрим с вами первый. Я не знаю, что там нас ждет. Я боюсь, что это будет что-то, лишающее нас чувства комфорта. 12 июля. Мы дома одни. И мне интересно, действительно ли вот эти все эпизоды основаны на реальных событиях? Я не хотел выкладывать это на Reddit, потому что боялся, что это просто назовут выдумкой. Я даже не знаю, с чего начать. И заранее извиняюсь, я не очень хороший рассказчик. Думаю, я просто начну. Ты хорошо рассказываешь истории. Я уже обосрался, если честно. Это была середина лета. Мои родители уехали по работе на весь уикенд. А это значит, что я был предоставлен сам себе все выходные. Также хотел бы упомянуть, что в этот период мой режим сна был очень сильно сбит. Я засыпал и просыпался в любое время дня. Хотя я планировал нормализовать сон. Неприятно, перестань. Нажмите пробел, чтобы встать. Я проснулся где-то в 8. After... Да блин, слишком быстро. Я буду субтитрами вам все это дело переводить. Так что вы ничего не пропустите важного. Итак, мы встали. Мне очень нравится. Атмосфера очень стрёмная. Как я говорил, вот это чувство, когда ты дома один. Иногда бывает такое, что я вот сплю у себя дома один. Точнее, такое было раньше, что я сплю, когда один, я такой внезапно почему-то начинаю думать о чем-то страшном. И вроде бы я не суеверный, я знаю, что призраков не бывает. Я знаю, что я в безопасности. Но, блин, так ли это на самом деле? Эта игра, походу... О, боже мой. Текстовое сообщение. Нажмите Escape, чтобы прочесть от мамы. Тут целая куча сообщений, давайте читать. Подожди. Когда вы возвращаетесь, папа и я собираемся вернуться в понедельник, милый. Разве ты не говорила вчера? Здорово. Заботьтесь о себе и сложись спать вовремя. Я надеюсь, вы купите Xbox, как вы обещали. Ну, если вы получите скидку. Могу ли пригласить Мейсона и Джоша, чтобы они остались у меня на ночь? Ну, чтобы делать домашнюю работу. Да, конечно. Конечно, ты можешь. Звони мне, если что-нибудь понадобится. Только убедись, что это они, прежде чем ты будешь открывать дверь. Смотри через жалюзи. Береги себя, дорогой. Конечно же, мам. Папа и я, скорее всего, вернемся в воскресенье вечером. Почему вы такие параноики, мам? Мне 14, я уже взрослый. Думаю, я немножко посплю. Наверное, закажу пиццу. Да. Не нужно ничего заказывать. Уже сделала тебе лазанью этим утром. Лазанью, я очень люблю лазанью. Я вообще люблю итальянскую кухню. Ставь лайк, если тоже любишь. Посмотри в холодильнике. Хорошо, вот это что? Мейсон, ну-ка. Йоу, йоу. Че, пойдешь к Джессике завтра? Да. Слышал, Джош тоже придет. А что насчет тебя? Я не знаю. Это неправильно. Разве не собирался к ней прийти вчера? Она не показалась. Что за звуки? Что за звуки? Уже что-то начинается? Я ж не дочитал сообщение. Блин. Кто-то стучит. Мне нужно дочитать, извините, погодите. Так, она не появилась. Как будто бы я для нее ничего не значу. Ты значишь. Погодите, какие-то звуки там, я должен проверить, это мой дом, никто не смеет входить в мой дом. Не, не входи в мой дом. Я даже не знаю свой дом еще, если честно, я впервые здесь оказался. Я не знаю расположение. Так, присесть. Я что-то видел? Я что-то сейчас видел, кто-то был. Дверь можно открыть? Можно, давайте не будем открывать. Вообще, хорошо бы закрыть на замок, но... Господи, с чего это я буду это делать, да? Мне ж 14, все будет в порядке. Я справлюсь с любой проблемой. Тем более, все мои мысли заняты Джессикой, которая не появилась. Она меня предала, бросила. Я клялся ей в любви. Мы встречались... Быть, машина едет? Мы встречались с ней так долго. Целых 2 недели. Я знаю о ней все. Я доверял ей. Так, это просто машина едет. Фух, ладно, можно дочитать спокойное сообщение. Это просто
Это просто ветер, просто призраки. И лучше бояться призраков, чем реальных людей, которые могут зайти ко мне в дом. Итак, разве что ты себя размножишь со скоростью света в квадрате. Потом твоя энергия... Видимо, я энергия, я не знаю, что означает. Как, чем? А, да, черт, полностью забыл. А, chemistry, наверное, химия. Буду, наверное, делать сегодня ночью. Лол, то же самое. Мои родители уехали на ночь. Хочешь приехать? Можем поиграть в Mario Kart тоже. Я тебе дам знать. Окей, позвоню Джошу тоже. Не могу тебе ничего обещать. Может быть, будут планы на эту ночь. Ясненько. Собственно... Походу, мы сегодня сами себе предоставлены, мы одни будем тусить, будем играть в Mario Kart сами по себе. Кстати, ни разу не играл в Mario Kart, ничего не знаю про эту игру. Ну, знаю, что это Mario Kart и что она очень популярна. Да кто все эти звуки знает? Слушайте, кто-то тут есть. Кто тут есть? Мужик? Женщина? Слышите? А, это просто жалюзи, окей. Давайте осмотрим наш дом, потому что я ничего не знаю про дом. И я, кстати, бегать не могу. Или могу? Ну, типа, немножко, да, немножко ускоряюсь. Ладно, мама сказала про лазанью. Давайте. У-ху-ху-ху-ху! Сколько жратвы! Лазанья! G, чтобы бросить. Если грабитель зайдет, а я уверен, что он зайдет, мы бросим в него лазанью. Или мы предложим ему, может быть, он тоже любит лазанью, и мы подружимся с ним. Так, нужно разогреть ее. Стоп, холодильник забыли закрыть. Мама не любит, когда не закрываю холодильник. А где микроволновка? Должна быть на кухне. Блин. Ну ладно. Давайте бросим. Вот, жрать. А. Еда была холодной. Может быть, в камине погреть? Ой. Ладно. Правило 3 секунд, да? Или сколько там секунд микробы не попадают на еду и не размножаются? О, задний двор. Какой прикольный задний двор. Пойдемте наверх посмотрим, может быть там... А! Слушай, как медленно иду с этой чертовой лазаньей. Тяжелый пипец. Давай, ускорься. Ускорься, чувак. Вот. Собака. Кто это? Че за чувак? Че за чувак смотрит просто такой весь ходит? Музыка. Так, меня выслеживают. Самое опрометчивое это находиться на втором этаже, потому что оттуда хрен убежишь. Так. Где этот гад? Чё это он так смотрел там, а? Может быть, выйти? Он ушел. Он ушел. Мы, кстати, дальше не можем пойти. Блин, я думал, можно будет сейчас расхаживать по соседству. Зайти к соседям, спросить, могут ли они мне разогреть лазанью. Ладно, давайте закроем. Мы здесь, по-моему, еще не были. Тоже какая-то дверь? А, ну это дверь опять же на улицу. Он же может здесь спокойно пройти. Как же опасно не иметь высоких заборов. И колючей проволоки. И огромной собаки. Злой, бешеный. Двух собак. Не просто укусили, заразили бешенством. Еще и чем-нибудь страшным. Какие еще есть болезни неприятные? Лишай, вот. Ха-ха. Ему придется побриться налысо. Ладно, давайте оставим здесь. Не буду жрать. Не люблю холодную еду есть, честно. Кроме мороженого. Давайте включим телек. Посмотрим. Ужасы, ну конечно. Почему бы и нет? А где, собственно... А как играть в Mario Kart-то? Смотрите, мы сели на диван. Сидим. Кстати, стало темнее, по-моему, да? И чё? Оу. Что это за фильм такой? Кто-то лезет. Кто-то ползет. Какой-то человек. Вау, неприятно. Смотри, слышали? Слышали? Встаем. Кто-то там на машине приехал, походу. Что? Что это? Давайте выключим. Да. Неприятно это как-то все. Че, неужели мне просто ходить с этой долбанной лазаньей? Ладно, давайте возьмем ее. Попробуем сесть и пожрать, и смотреть телек. Может быть, это нужно сделать? Я пока не знаю, в чем суть игры. То есть мы должны предотвратить нападение. Ням-н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 ям.
А, вот мы можем еще зумить. Так, ну какая-нибудь кнопочка что-нибудь даст нам? Кто-то разбил окно. Мама! Мама, мне 14 всего! Какого хрена вы меня оставили? А, вот, на плите подогреть, конечно. Есть! Ух, сейчас пожру. На голодный желудок нервишки шалят, понимаете? Нужно поесть, и тогда мы успокоимся. А, это просто духовка. Это вытяжка, господи. Как вы думаете, почему людей кормят в самолете? Чтобы были спокойны. Чтобы не переживали за долгих полетов. Вот, все, еда готова. Итак. Так, пойдемте посмотрим телек теперь, да. Я, еда была очень вкусной, теплой. Я прям держу этот противень, да? Но он же горячий. Но, видимо, мне все равно. Я хочу жрать. Итак, посмотрим телек. Стоп, а как жрать-то? Я забыл телек включить еще вдобавок. Что я буду смотреть-то? Вот, все. Классный фильм. Мой любимый. Это серия, финал сезона моего любимого сериала. Как нам кушать? Ом! А, ом-ням-ням. Всю, всю лазанью. А! Что? Бросить! Нет! Взять! Выключить! Дядя? Ты чё туда пошел, дядя? Мы продолжаем жевать, так идем. Да что ж такая скользкая ступенька-то? Давайте как-то вот здесь. Оп! Ни хрена себе трюки мы делаем. В моей комнате? Ты что, лег на мою кровать? Нет, где он? В спальню моих родителей? Он здесь. О, его здесь нет? Он... Как он это сделал? Как он так прошел сквозь стену? Он тоже трюкач? Не понимаю. Я же видел его. Или типа такой... Сейчас следующий текст такой будет. И мне показалось. И поэтому я сел просто обратно смотреть телек, да? Ням. Ням. Я уже очень хотел спать после того, как поел. Снова разбил вазу мамину дорогую. Не прощу. Сообщение, Мейсон. Тихо-тихо-тихо, в угол забиться. И читать сообщение, в первую очередь. Так. Наверное, я не приеду, чувак. Что? Тихо. Блин, странный фильм. Что-то произошло. Но тебе надо приехать к Джессике завтра. Хорошо. Мейсон, твою мать. Пойдемте делать домашнее задание. Нет там никого в моей комнате? Нету. Мейсон? Извини, Майлз, увидимся завтра. Говорит мне Мейсон. Ладно. Садись и делай домашку. Двенадцать тридцать восемь. Уже за полночь. Блин, ну что там было только что? Все, я сделал домашку, получается, за несколько часов. Уже прям ночь. Встаем. Но чел-то уже в доме. Я же видел, как он прошел. Все, закрываем. Мама. Мамочка. Мамонька. Так, что мама говорит? Как мне переключиться, блин, на маму? Мама! А, вот, убрать. Так, не задерживайтесь допоздна, детишки. Не хотела бы выслушивать что-то от миссис Полы в этот раз. А, понятно. Она будет жаловаться, что мы шумим, да? Хорошо, давайте спать. Час 16. И я встал, чтобы попить воды. О, нет, только не это.
Ночное хождение, блин, на кухню за водичкой. Я знаю, что чел здесь. Я знаю, что он здесь. Но куда он спрятался? Почему нигде не включает свет? Так. У меня же паранойя развивается. Где вода? Попить? Да ё-моё, тупой холодильник. Так, что можно взять попить? Да стой. Вот вода. Так. Попить. И куда идти? В трусы, что ли, выливаю? Все, выбросить. Может, еще попить? Я очень хотел пить. Я продолжаю пить? Сколько мне нужно выпить? А, ну да, дневная норма, 2 литра. Все, выбрасываем. Я так понимаю, нужно вернуться обратно. Так тихо! Быстрее. Закрыть дверь. Естественно. Мама. Сообщение с картинкой. Майлз, кто это возле двери стоит? Ты там? Мог бы что написать? Мами. Как отправить? Мами. Мами, I'm scared. Мне страшно, мама. Да как мне отправить? Ладно. Кто-то возле двери стоит. Но я спать. Правильное решение, видимо. Я под кровать? Что? Стой, погоди, а как мама получила эту фотку? Я что-то не понимаю, это мама со мной так играется сейчас? Пола мне прислала. Сказал, что он ходил вокруг и смотрел в окна. Мы вызываем полицию. Дети, закройте двери и спрячьтесь в своей комнате. Не открывайте дверь. Не важно, что он делает. Лысый дядя! Ага, он побрился, потому что лишай, да, словил? Какой он жуткий! Дядь, что надо тебе? Дверь закрыта, понял? Мама сказала спрятаться в комнате. И именно это я и пойду делать. Я пошел прятаться в комнате наверху, в дальней. По лестнице налево, если что. Я там прячусь, под кроватью. Кровать стоит в самом конце комнаты, в тупике. Я пошел прятаться, мам. Я послушный мальчик. Фу, на нервах. Твою мать! Мам! Почему не отправляется? Как отправить? На И? Нет. Любое сообщение, мамочка! Не открывать! Мама, это Паула! Это Паула! Давайте идем! Мама пишет, я ей доверяю. Да, да, Паула, я иду! Паула! Страшно! Он ушел. Зачем он так? Чтоб Паула его впустила. Погодите, а как он, как этот чел рассказывает эту историю, если на него в итоге напали? Не понимаю. Так, ну поскольку чел рассказывает эту историю, я делаю вывод, что мы просто проиграли, и нужно попробовать снова. Давайте попробуем снова. И видите, Fierce
to fathom, страх фантома. Может быть, нам это причудилось все, может быть, это сон, и как-то мы должны, короче, видимо, наверное, пройти игру. Давайте попробуем сделать все то же самое еще раз. Так, ублюдыш, я разогрел лазанью, она горячая. Я швырну ее в тебя, понял? Ладно, давайте просто смотреть телек и кушать. А, я забыл включить телек, извините. Чтобы смотреть телек, ему нужно включить. Я уже большой, мне 14 лет, я все знаю. Я знаю, как смотреть телек. Кушаем. Ам-ням-ням-ням. Вкусная лазанья. Мама всегда умела готовить лазанью. Вот эта мразь прошла вверх. Я тебя видел, я знаю, что ты там. И знаешь, что ты спрятался? Он под кроватью в маминой комнате спрятался. Все, я такой весь покушал, стал взрослее, еще больше сильный, сил набрался. Мама, что... А, Мейсон пишет. Мейсон, это не мама, это я знаю. Все, давайте не будем заглядывать в комнату. Я знаю, что он под кроватью. Я знаю, что он под кроватью моей мамы. Что-то там делает. Так, да, мы должны делать уроки, конечно же. Мы же прилежные ученики, пятерку получим, вот, по химии. Я химию, кстати, вообще не шарю в ней. Пора ложиться спать. Я проснулся, чтобы попить. Я открыл холодильник, чтобы взять попить. И начал попить. Ад. Нет там никого, надеюсь. Боже мой. Это странный убийца-маньяк на самом деле. Потому что если Пола была действительно возле двери, то какого фига он начал меня убивать? Ведь его же сразу посадят. Или ему пофигу. Он хочет меня убить, и все. Это последнее, что он хочет сделать в своей жизни. Возможно, что... Я что, рыжий, толстый мальчик, который всех бесит, капризный такой? Поэтому он хочет меня убить? Ну, ненавижу тебя, мальчик. Так, давайте продолжаем пить. Выбросим. Споткнется, надеюсь, об эту бутылку. Сразу говорю, нет ничего плохого в рыжих толстых мальчиков. И столько они не капризные, гады. Так, пойдемте. Кажется, нам нужно спать. Мама. Мама прислала воду, да, о боже мой. Это дядя. Стоит. Пойдемте посмотрим на него. Пойдемте заглянем ему в глаза. Бесстыжие его глаза. Че пишет? Закрой двери. Вот гад стоит. Как закрыть двери? Нельзя закрывать дверь. Не открывай дверь. А как ее закрыть? Я не знаю, как ее закрыть. Мама вызвала копов. Вот бы быстрее они приехали. А что если мы откроем дверь? Где эта бутылка? Ты! Где ты? Э? Бутылку в него сейчас кину? Он только что был тут. Я сам напросился, я знаю. Глупец, глупец! Что за нахрен? Что за звуки? Что за звуки? Я ничего не видел. Я только что съел свою лазанью, полный рот набил. Какой-то звук был. Я не знаю, что это был за звук. Да что, вы охренели? Кто-то ходит здесь? Как вы хотите, чтобы я делал уроки в таких условиях? Вы чё? Он что, просто взял и зашел в дом? Что там происходит? Что там машины постоянно так тормозят? Собаки. Может быть, я телек не выключил просто? Блин, это телек! Господи, кино, ты пугаешь меня. Фух, я просто так паниковал. Пойдемте делать уроки. Уроки сделал по химии, вообще молодец. Теперь знаю, как делать взрывчатку. Взрывчатку и бластер. Мама что-то пишет, окей, да, спать, хорошо, я пошел спать, все. Было бы прикольно, если можно было маме ответить. Сказать ей, что я уже два раза сдох.
Я, пожалуй, усну прямо с бутылкой во рту. Вот мама присылает сообщение, да. О, нет. Хорошо. Мне надо пойти спуститься вниз, так понимаю, да? Вот страшный дядя. Вот мама пишет, что вызвала все. Дверь я не могу закрыть. Нет такой функции закрыть дверь. Есть только молиться Господу. Пойдемте молиться. Под кровать. Нафиг бутылку. Она не помогает. Все, прячемся. Так если он... Погодите, возле двери. Блин. Мы же слышали, мы же видели, как он зашел и по ступенькам поднялся. Как он потом оказался возле двери? Он туда-сюда ходит? Нет. Когда полицейские уже приедут? Так вот, она пишет, что это Пола. Маме очень жаль, милый. Все будет хорошо. Это гребаная Пола, но как? Может быть, надо быстрее просто ответить ей? Я тогда долго медлил. Еще дверь закроем под кровать. Короче, просто под кровать. Просто выламывай дверь Пола, блин! Тут дядя в комнате моих родителей! Он, возможно, уже надел платье мамы! Полиция! Давай! Есть, есть. Музыка. Добрая музыка. A game by Real. Real. Фух, полиция приехала. Если меня и убьют, то его хотя бы сразу схватят. Где он? Его арестуют? Он убежал? Выжили. Все, нас просто выкинуло. О, это было стрёмно. Это был экспириенс, я вам так скажу. Очень хочу в следующий эпизод поиграть. Если вы тоже хотите поиграть со мной, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Обязательно жмите, потому что уведомления не всем приходят. Поставьте вот там галочку, чтобы уведомления приходили, и тогда мы с вами поиграем, пообсираемся во второй эпизод этой игры. Думаю, это будет очень крутой сериальчик, который будет трепать нервы. Ой-ой-ой, как сильно. Пойду плакать в душе. С вами был Юджин, друзья, и всем пять.